Эй, всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, и с наступившим уже Новым Годом. Надеюсь, отметили вы его хорошо. Я его отметил неплохо, но пора возвращаться к делу, а то я что-то совсем начал простаивать. Сейчас мы, как вы могли заметить, чисто случайно, начали проходить, точнее продолжаем проходить Сталкер Возвращение Шрама. Остановились мы в прошлой серии на том, что нам, что нам нужно залезть вот туда. Для этого я непонятно как залезть. Вау, как хорошо. Все, мы залезли на крышу, и сейчас отсюда мы должны... Твою мать, как я сюда попал? Окей. Мы сюда попали, чтобы выследить снайпера, который находится где-то... Откуда я это знаю, спросите вы? Да, я чертов читер. На самом деле нет, я просто уже не первый раз прохожу эту миссию. Конкретно эту. Он постоянно почему-то убивает моего дорогого волка. Плюс очень долго идет этот диалог. Вообще какой-то квест поганый. Он неправильно как-то работает. Потому что наша задача, грубо говоря, постоять здесь, вот они еще побазарят. Потом вот там вот где-то находится сталкер, которого мы должны убить. И не дать ему убить, соответственно, нашего друга. Но весь понт находится в том, что гад либо не убиваем, либо черт его вообще знает. Но я его пытался убить, я по нему даже стрелял несколько раз. Вот как-то вообще пофигу. Абсолютно пофигу, то есть он не умер и умудрился даже убить нашего дорогого, как тебя зовут, Шванада. Вот мы сказали, не отвлекайте, мы там говорим, типа, позиция клевая, но мне не 15 лет, чтобы ползать по крышам. Поэтому я не одобряю. Вон он. Да что такое, вот! Вот он, ну! Он просто очень бронированный, да? Хорошо, задача выполнена, давайте сохранимся. Первый раз. Прошел, наконец-то. Наконец-то! Я прошел эту сраную задачу. Так, давайте возьмем нашу дорогую и всеми любимую Акашечку. У меня о ней только приятные воспоминания. Ты даже спасибо не скажешь, гад. Все, харе тут. Стрелялся одноглазый. Только остается загадкой, в кого же он все-таки метился? Да, только заказчика взять бы. Кто заказчик, интересно бы знает. Но считай, Шрам что-то спас чью-то жизнь в очередной раз. Теперь мы стоп перед тобой в долгу, но к тебе есть еще одна просьба. Раз Лебедев хочет прийти за нашими головами, то нужно будет получить помощь из бара. Она отправится туда некому. Путь тяжелый, снаряги нет. В общем, Сальвадор рассказал об одной интересной группировке, которая помогала ему освободиться из лап наемников. Сама группировка направилась в бар, а старший в этой группировке Олег Танго, они одиночки, но цель их неизвестна. Так что твоя задача, Шрам, дойти до бара, попросить их за помощь хотя бы за деньги, и на свалке для того, чтобы попасть, нужно найти блокпост долга. Найти у него прапора, и он за вход в бар возьмет у тебя денег. Если будет клянчить, то пугани его генералом Ворониным, я его хорошо знаю. Да, рецептик тебе один скинул в ПДА, который вчера сам только раздобыл. Ну как? Да, умеете вы. Умеете, могете вы уговорить людей помочь вам. И теперь открывается новая возможность отправиться в бар. Этим мы и займемся, потому что бар все же это моя любимейшая локация вообще в принципе. И не пойти туда попросту было бы... очень неправильной затеей. Я его все же просто обожаю. Сейчас там по-любому какой-нибудь Ахтунг начнется. Мы сможем там... Оу. Ахтунг начался уже здесь. А, это военные убивают собак. Ну и хрен с ними. Они нас стреляли в добрые какие-то 2012-е. Вот и мы их тогда не будем трогать. Не будем им помогать. О, бэдбой. Там у нас что? Там ничего. Окей. Ну, в любом случае, неохота мне просто к ним идти. Но я хочу сейчас быстрее добраться до бара, починить костюмчик, взять патрончиков на СВДшечку. Можно даже тогда нашу эту пушку убрать, маузер. Ну, или починить ее, по крайней мере. Порешаем, короче говоря, потому что на маузер все же у нас очень много патронов. И как-то убирать ее так просто не очень бы хотелось. Но, с другой стороны, СВД все же пушечка попрактичнее. В ней бинокль и сама пушка в одном флаконе. Засек не так давно военного, ой, наемника на кордоне. А, ну ясен фиг, это ж этот. Блин, надо было, наверное, его пошмонать.
Черт, забыли. Ну, в любом случае, если вы будете вдруг проходить, подойдите к нему, посмотрите, что там у него есть, напишите, пожалуйста. Олег, это рядом, сопрягивайся на всякий, а то опять во что-нибудь вляпаемся. Посмотрите, что у него там есть, и напишите, пожалуйста, в комментариях, скажите это, что у него есть. Мне просто интересно, что я упустил. Может быть, что-нибудь полезное, и людям стоило бы об этом знать. Песик, 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 тихо, тихо, не двигайся, тихо, тихо, да. Ты поганец такой, ты бульдог недоделанный, Горик, бульдог. Вот так, минус. Так, так. О, двоих одним махом. Отлично. Ну все, хрен с той собачкой. Чуть не вляпался в аномалию. Я вспомнил, что тут вляпалась какая-то псина. Это либо патроны, либо остатки. Нет! Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Какого черта? Как? А, тут их много. Попытка на бату. Давайте возьмем, наверное, маузер. Блин, вот тут бы мина нам не пригодилась. На самом деле. Поставил мину вот так вот. Ты стоишь, кемперишь такой, типа, клевый парень. Ну-ка. Фу-ху. Как прошибли ей черепы. Что? Мы потратили 300 патронов на маузер? У нас же было, по-моему, 500, нет? Или у нас было 300? Так, вот там вот где-то они сейчас явятся. Знаете, что я подумал? Давайте... А, нет. Я хотел устроить проникновение при помощи гранаты, но, похоже, невозможно нам этого сделать по причине отсутствия этой самой гранаты. Но, по крайней мере, нам никто не мешает устроиться поудобнее вместе. Что я сделал? Нож? Нет, нож там не очень поможет. Никогда не убирай снайперку из рук. А сейчас где-то тут они появятся. Сейчас. 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 Нет? Стоп, это рандом получается. Клево. Мне это нравится. Так, давайте тогда сваливать. Может быть, оно как-то от времени зависит. То есть... Да, я был прав. Я был прав. Прыжок. Попал в аномалию, что ли? Я ничего не вижу. Есть. Охренеть. Это, похоже, есть повелитель. Еще один. Есть. Еще один идет. Еще один идет. Не хочу. Где-то тут, где-то тут, вот он. Есть. Еще один. Да где там? Твою мать. Рано я начал радоваться победе. Да, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Попытка номер 3. А, нет, вот это. Ну, по крайней мере, мы более-менее научились с ними драться. Ну, довольно интересные противники, скажите. Их надо выследить, от них надо свалить. И надо вот среди всего этого тумана. Да иди сюда уже, гад. Ну, что-то там заховался, ему там неплохо, похоже. А, это он... А! Это он, похоже, режим... Режим клевости включает, когда ты по нему стреляешь. Не, когда ты его злишь, он включает режим клевости, начинает гореть. И все, и своя клевость. Распространяется на тебя, во. Минус один, клевый парень. Ну что, как, девочки? Я одного из ваших убрал. Вам норм? Вам посрать вообще, что ли? О! Вон он! Вы видели его? Ой-ой-ой-ой-ой, похоже, я разворошил осиное гнездо. Где? Где? Должны же они как-нибудь проявиться. Вот он, один, вижу. Прямо сзади меня, ровно за спиной. Вот он, один. Вот он, второй. И тут где-то третий. Вот он. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет! Где? 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 Нет-нет, упрыгни! Да ты гад тупой! Чмошник, ты поганый! Я тебе еще отомщу! Ты следующий! Поганые кровососы. Вот он один лезет. Сдохни! Заранее! Ха, одного убил, второго для прикола еще убьем. Где он там? Давай, появись, 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 прояви же! Твою мать! Туман вижу, его нет, 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 надо ретироваться чуть. Так. Вот он! Вижу, 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 вижу. Первый. Второй двигается сзади. Вижу. Чуть не слышу. Ага.
Там еще один. Ну что, их было больше. Но в любом случае, это awesome. Мы убили троих из них, и один из них там что-то еще стоит там. На их трупы. Удовлетворяется, и теперь нужно с ним разобраться. Или нет? Или мы всех убили? Не, слабо верится. Кажется мне, что этот гад где-то здесь. Давай. Вылази, девчонка. Девчонка. Нет. Надеюсь, что нету его. И все, вылетаем тогда на свалку и там встретимся. Оу. Мадам. Тьфу ты, мадам, собачка. Вон. 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 Тебе еще что-то нужно. Вот вали отсюда. Сейчас бы не упороться во что-нибудь. Что я не помню от территории. Как псина пошла. Все, сохраняемся. Хорошо, что тут нету бульдогов. Вот бульдоги нас бы могли закромсать такой толпой. Еще важно не вляпаться ни в какую радиационную кучу. Ну, вали, вали. Это твой... твой lucky day. Можешь бежать, хотя, слушай, мне кажется, ты там сдохнешь. Ой-ой-ой-ой. Нет, 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 даже и не думайте. Плохая шутка. Все, отлично. От радиации мы чуть-чуть спаслись. Там еще есть, но туда мы не полезем. Там есть артефакты, конечно. Но, черт возьми, артефакты или жизнь? Выбор очевиден, кажется. Хотя, все же жадно. Жадно мне. Бандит? Или свой? Свой. Свой. А с кем они перестреливаются? Давайте поможем пацанам. Слушай, ты бандит. Военный. Ах ты, ё... Бандит. Кто ж вам так... Кто ж вас всех так выгнал оттуда? Ой-ой-ой, телепортаторы какие-то. То есть это либо кровососы, либо еще какие-то гады. Враг? Враг. Нет-нет-нет, держи свою гранату при себе. Я не слышал взрыва. Какого черта вы телепортируетесь? Мне кажется, ли вы уже немного не те бандиты, которых я знал? Может быть, вы все те же простофили. И разобраться с вами не ставит большого труда. Пацаны, я за вас отомщу. Будьте уверены. Будьте спок. Где? Ого, их тут. Трупов-то, посмотрите сейчас на карту. Живучий друг. Гляньте на карту, сколько их там. Миллионы просто. Давай, вылази. Я твою голову повешу в качестве трофея. Воу! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Я шутил, ты шо? Мы с тобой... Мы с тобой... Братухи-борцухи. Где ты там? Покажи личико, гильчата. Оп! Вот и все, прям сердце. Так, теперь я могу забрать свою пушечку. Все. Я соврал. И сваливаем отсюда, а то чую я. Ничего хорошего мы здесь уже не найдем. Ого! Кто тебя такой хорошей пушкой снабдил, друг? Это действительно очень хорошая вещь. Либо они захавали какого-то наемника и забрали у него это оружие. Либо тут что-то нечисто. О, граната. Вот граната мне нужна. Давайте вот того тоже проверим. О, нет. Кто-то рядом. Вы слышали? Нет, трупа здесь я не вижу, может быть наверху. Но в любом случае, сталкеры, вы молодцы. Такую атаку отбили почти. Ну, то есть там их немного осталось. Но я думаю, если бы я не пришел, хотя ты тут один остался. Ну, значит, твоя задача возродить род сталкеровский на этой станции. Если, типа, насколько я понимаю, сталкер хоть один здесь находится, она считается ихней башней. Давай, до свидания. А, тебе пох вообще. Трах, тебе дох, вот это да. Идет такой, он такую пробежечку утреннюю, знаете, совершает между аномалиями. Такой довольный парень. Ну ладно, хорошо тебе. Нам вот такой радости не придется испытать. Сраные подгрузки, хватит. Весите. О. Теперь задачка попроще. Ну или посложнее, для кого как. Пролезть через этот проход
не тратя бабок. Это мое хобби. Провозить, не тратя бабок. Так, стоп. Там же парень был. Я ухожу в лес. Как ты играешь, у тебя нет в руках? Ты срамый демон, сжечь. Сжечь. Сменил так музыку. Типа, чё, я ничего. Сталкер, вали отсюда. А, здорово, здорово. Кого попало, не пропускаем. В какой валюте берешь? Прапор, деньги погубят тебе. Мне нужно в бар. Скажи Воронину. Так. А, вижу по глазам, что ты бывший найм, можешь помочь нам договориться с бандюками. Значит так, нам идут шестерки Борова, чтобы уговорить нас составить блокпост. Цель этой стрелы точно предсказать никто не может. Это вроде как матерый, да еще со шрамом. О, тогда ясно. Может попробуешь уговорить или передумать и спокойно уйти обратно в долину? Разумеется, конечно, за хороший гонорар. Ну как? Ладно, говно вопрос. С Боровым мы уже дела имели, так что давайте сохранимся и пойдем разбираться. Где он там? Кабаны? Кабаны? Срадное понятие у вас у бандитов. Вон еще один стоит. Чуваки, вас сейчас захавают. Вам, походу, посрать вообще. Вау. Клевая броня, слушай. Лопни мои глазоньки, и кто это к нам пожаловал? Это что я думаю? В жопу все это. В сталкерском костюме и в джинсах. Ау! Это было предательство. Значит так, план действий до боли не хитер. Мы подходим к ним, сейчас трем с ними, смотрим, что они нам предлагают, что они хотят. Рот закрой. И тебе до кучи. Все. А им плохо вообще. Значит, запомнили. Парень слева. И парень в необычном костюме. Они с РПГ. Их надо будет убивать первой. Первыми. Значит, сейчас мы убьем этого гада. Вот так. И этим плохо вообще. Ой, кажется, убили моего друга. Неважно, мне нужно с ним поговорить. Значит так. Мы сейчас говорим с ними, смотрим, что им нужно. Если вдруг это нужно... очень долго или что-то такое, то и всех к чертям убиваем, все равно мне их броня не помешает. В другом случае можно будет договориться. Здорово, бандиты. Здравствуй, дядя. Здоровье видали, как увидишь, не палишь. Оба ты подальше отсюда. Глядишь, проживешь еще малость. О, как долгие анархисты заодно стали. Не удивишься уже, скоро собежинки прямо в паханы будут набиваться. Ха-ха. Да. Один такой. Ну, короче, мы его припугнули. Так, не понял. Сейчас, погоди. Я прочитаю, и потом скажу, что тут написано. Ага. Короче говоря, мы его припугиваем и говорим, что... ни о тебе Боров не вспомнит, ни о нашем прапоре не вспомнит. Главное долго, если вдруг что произойдет, поэтому... Лучше бы вам подумать о ваших действиях, тем более сзади стоят снайперы и целятся на ваших базутчиков. Насчет хозяев... Хозяев знаем, и ведьм уже отстреливали. Да какого черта, я не вижу тут ни одного слова о хозяевах. Они все как-то понимают про хозяев и ведьм. Так, ладно. Валите отсюда и Борову передайте, что мы в снайпер, да и силы не равны, да и на сроки действительно поживиться уже нечем. Так, погоди. Либо валить отсюда, либо припугнуть их. Что встретили бывшего наемника со шрамом, Боров знать должен такого. Ну, мы с ним давно встречались, это да. Но мне кажется, давайте более брутально. Ведь мы с огородишь. Диалхай, было побазарить с авторитетным наймом, а то все в последнее время одни фраера да педрилы встречаются. Ладно, валим обратно. О, нормально. Пацаны, вы избежали своей смерти. Отвалите. Блин, так хочется пулю пустить, ну ладно. Ты договорился? Ни хрена себе. Вот это поворот. А, и все, они, короче, говорят, типа, ты альфа-самец, мы преклоняемся перед тобой, вали. И все, я валю.
Мне не нравится, что они все прячутся. Выбрать, что ли? Не, там просто на них нападают свиньи обычно. Как обычно. Все, встретимся уже в баре, я думаю. Я думаю, на этом мы и закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на новое видео, оставляйте свои комментарии. Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока. Удачи. А, да, и уже с наступившим, дорогие друзья. Надеюсь, что у вас Новый год пройдет очень хорошо.